что можно использовать во время прерываемого ультимейта, что нельзя. Вот мы видим, у нас ультимейт написано «прерываемая». То же самое у других героев, типа Вишдоктор, типа Пуджа. У них то же самое будет работать, точно так же. Давайте сделаем еще врага кое для чего, чтобы я вам кое-что показал. Так. Самое главное, чтобы он дольше прожил. Смотрим. Сначала я покажу просто так, что можно использовать, что нет. Еще раз говорю, это работает на всех героев одинаково, у кого ультимейт прерываемый. Начинаем. А что Скептер? Нельзя. Сбивает ульту. Потом у нас идет БКБ. Нельзя. Сбивает ульту. Конечно же, можно врубить БКБ до ульты, это понятно, но речь в первую очередь мы ведем о том, что можно использовать во время ультимейта, который прерывается. Дальше пробуем Лотар. Лотар можно, да, вы видите, да? То есть, вы можете просто в любой момент ультануть, войти в Лотар, все, проблем у вас больше нету. То же самое у Вич-Доктора и Пуджа, у всех то же самое. Вы представьте, да, Пуш ультует и входит в Лотар. А получается, враг стоит такой на одном месте, и из него кровь хлещет. Ах, не смешно, ладно. Так, и остается у нас еще великолепный итем, который очень редко собирает Crystal Maiden. Я не понимаю почему. Это Шива. А ее надо собирать почему? Вот почему. Она работает во время ультимейта. Наш ультимейт плюс Аганим замедляет на 50%. И Шива на 40. По идее, если мы суммируем, то будет 90%. И именно в этом нам поможет Свен, наш добрый друг. Главное, чтобы он не сдох. Вы видите, какая скорость у него, да? Вы видите? Это еще... Нет, нет, тихо, 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 хорош. Так, это еще без Шивы. Так, я боюсь, что он у нас умрет, Свен. Ну, давайте попробуем все же, давайте. Еще раз пробуем. Сделаем так, как он быстро уйдет из круга в эту сторону. Ультует, уходит. Вы видите, как медленно, да? А, как же ему больно-то, а? Теперь, мы пробуем вместе с Шивой. Ультуем, врубаем Шиву. Все. Да, скорость минус 90%. 155. Вот такие вот пироги. Кстати, еще хотел добавить, я забыл самое главное сказать, что мы посчитали математически чисто, да, что будет 90%. Но в доте не забывайте, есть ограничение на минимальную скорость, это сотня. Я вам показывал Свена без тапка, и там получается разница, когда я просто использовал ульту, у него оставалось, по-моему, 140, да, скорости. И когда я использовал ульту плюс Шив, оставалось сотня, то есть разница отнималась 40. Но давайте мы глянем разницу с тапком. То есть у нас сейчас 345 скорость. Ульта отнимет 50%. Стало 172, правильно? Все правильно. 172. Теперь, где ты, друг мой? Теперь ультуем вместе с Шивой. У него будет скорость в итоге сотня. Смотрим на его скорость, видите? Сотня. То есть в любом случае, да, наша ульта любого героя замедлит до сотни. То есть даже, например, если будет здесь Тинкер, у которого будет травела, отняв 90%, в любом случае у всех вражеских героев будет минимальная скорость сотня. Поэтому Crystal Maiden Шива рулит. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.